Сегодня на Гомельщине завершился призыв военнообязанных на позаплановые сборы. У военную часть накировано около 150 человек. Максимальный термин нахождения на сборах – 35 дней. Але на этот раз военнообязанные, худшее за все, вернутся до дому до конца этого месяца. Главное – развернуть одну из боевых частей в Жлобинском районе и выполнить поставленную задачу. Увогуле военные сборы в Беларуси проводятся постоянно. Але коли плановые закликаны у первую чергу повысить профессиональность, узровень солдат и офицеров, которые находятся в запасе, то задача позаплановых – проверка мобилизационной готовности узброенных сил. У Гомеля первая партия военнообязанных была накирована у боевую часть уже на другий день после отримания отповедного загаду. Оргядро и офицеры запаса уже направлены для прохождения проверочных сборов 1 сентября. Они уже находятся там и в готовности принять основной состав. 4 числа. 4 сентября направляется основной состав для прохождения службы. Честно, недавно узнал, что будут проходить военные сборы и высказал, ну, сам свое желание пойти послужить родине. Так сказать, ситуация в стране, я бы сказал, нестабильная. И надо поддержать, ну, своего батьку, своего президента, свое государство, строить свою страну.